танец, но сердце колет. Не уйти от этой боли мне. За окном все пожелтело, счастье снова не успело, нет. Нас разлук застала осень, у любви прощения просим мы. Что случилось с тобой? Просто осень пришла. Я вас хотела спросить, 35 лет, это какой-то... Ну, а кто скажет 35 лет? Вот, не верьте. Вы не чувствуете? Не верьте. Вот вы не похожи, на самом деле, не похожи абсолютно. А я как-то затормозен. По 39. По 40 лет они меня не отвечают лично. Так. Честно отвечают, просто отвечают, поклонники. Я так же не отвечаю. Я не верю, что я когда маленький был, я думал, 2000 год, это же невероятно. Нас учили в школе, что в 70-м году мы будем уже все летать на Луну спокойно. И будет коммунизм. Поэтому я в это верил. И думал, что 2000 год, это же невероятно. Я буду уже реально стариком, если на самом деле. Эта жизнь началась. Так что я не считаю. Возраст не отсутствует. 28. Какой спортивный есть. Как я снял пример, хотя бы на военный, я так тоже. 17 лет когда не провел. Так что я тоже умею. Часто спрашивают про дуэт Пугачёва. Что в творчестве вам дало? Да у вас кажется, что именно Пугачёва. Психомания, да. Просто об этом спросить на самом деле. Что? Близит? Нет, потому что творчество это же всё-таки дало. Творчество. Подъёмы дает. Мне, да, конечно, дало. Так же, как и ей. Всегда, в общем-то, творческие люди всегда друг другу дают что-то. Ну, естественно, как можно было... Естественно, она очень много, она дала очень много, научила. Но когда мы с ней работали, я работал во втором деле, она теперь. Мне хотелось убеждать публику, которая была еще не совсем моя. Она специально такое испытание строила, я очень благодарен за это. Очень много, как она меня научила более вежливо относиться к зрителям, допустим. Это как? Ну, любить зрителя, я их и так любил, но это не показывал. Я сам по себе, там, себе обычно. Не делал внимания. То есть вовремя покланяться кому-то, там, вовремя уделять внимание. Она научила меня быть, так сказать, великим артистом. А вот ваши поклонники не думали, что вот вы сейчас успели, вот Пугачёва, вы из Бога уйдете и начнете? Думали, очень многие обиделись. Mm-hmm. Да, но потом что понял, и очень много поклонников, которые... Алина, они пришли ко мне и стали где-то. Ну, я просто не иду. Я сейчас занимаюсь стихами в основном. Это достаточно три альбома музыкальные, которые из-за кризиса я как-то не стал размениваться. Но сейчас буду их выпускать. Четыре альбома концептуальные, связанные между собой. То есть там 52 песни. Ну, может, сделаю меньше, сейчас не знаю. То есть я два года... Нет, год назад. Больше полтора закончил это все дело. С тех пор занимаюсь стихами. Это же огромный сериал в стихах. Вот. У меня это мания такая, разница между собой писателем. Я все время разговаривался на писателя, музыканта. И сейчас показываю
так что, что я больше писать, чем даже есть истории члены Союза литераторов. А о чем вы пишете? Ну, это нельзя передать. Ну, то есть о себе? Нет, о себе, вы знаете, пишут о себе плохие авторы. Ну, о чем? Первый роман обычно пишут автобиографический. Да, да. Я свой первый роман написал вообще не про себя. А про московский хиппи. Вообще, к которому у меня маленькое отношение. Ну, только внешне. Вот, и дороги их не разделял. Так что... Что вы нам не скажете? Про, о жизни пишу. Я не знаю, мне сам, саму придумал. Как у Марка Твена, как спросили, а как вы пишете? Ну, берешь ручку, тетрадку и пишешь. Я попробовал, у меня ничего не получается. А муза есть? Конечно. В смысле, муза... Ну, просто вы садитесь, вам пишет музыка, которая вдохновляет вас именно на вот эти стихи. Вы имеете в виду? Ну, если я люблю. Метафизическое или конкретное? Конкретно. А, конкретно? Хорошо, есть. Как же без тебя? Как же без меня? Вот первый раз вы женились по любви. Вот сейчас эта любовь, не сохранилась та любовь, которая... Я к тому, что можно ли сохранить любовь на протяжении стольких лет, там, 8-10 лет? 10 лет. Можно сохранить. 10 лет? А больше? Нет, у нас 10 лет. У вас 10 лет. Можно сохранить у меня, у моей двоюродной сестры. Саша, 10 лет. Москвичка, они вышли замуж в институте за своих родителей. Они до сих пор живут, имеют детей и счастливо живут. Они интеллигентные люди. Живут такие. Бывает такое. Детский был с ним. Семья, понимаете? Ну, можно сейчас о вас это сказать? Живете любовью? Ну, конечно, конечно. Прибыль. Не надо говорить. Знаете, слова это все. Слова. Главное, поступки и действия. Вот. Люди говорят, допустим, в Америке многие говорят, а лови по 20 раз в день. Да. Я тебя люблю, а любви-то на самом деле никакой нет. Поэтому любовь, она выражается не в словах, а в поступках, вообще в жизни. То есть любовь, она трансформируется в течение каких-то лет. Она может быть такой страстной, может быть нежной, может быть грустная, может быть веселая, а может быть просто... Ну, конечно, она остается, она остается сегодня. Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь, боль в груди. Мне не дает забыть прощальные объятия. Последний крик любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода. Поезд мчит меня в сибирские морозы.